Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations. Осталось нам совсем немного пройти. Это уже 9 глава. И она уже подходит к завершению. И чтобы нам вернуться назад, надо вернуться туда, снова нажать на кнопочку. Не будем с ними париться, тратить на них патроны. Акцины проведем, да? Вакцина спрыснута. Так, а где я нажимал? Сюда? Нет сигнального ответа, чего? Подождите-ка, давайте-ка используем, потому что мы еще найдем. И сейчас должна какая-то чертовщина случиться. Ну я не про это говорил, ну ладно. Сохранение было там, когда я вакцину проснул, да? Хоть бы там. Найдите пароль. Я понимаю, что надо найти пароль. Ни хрена себе ты попал, блядь! Блять, иди нахрен! Я, конечно, понимаю, что мне надо пароль найти. А где вот так пароль-то искать? Карта. Надеюсь, что вакцина подействовала. Ввести служебный идентификационный номер. Данные загружаются, пожалуйста, подождите. Хорошо. Что происходит? Так, подальше от двери, а то может в меня влететь. Загрузка выполнена. Все. Вы заметили, прям красная водичка. Прям с кровью. Джилл, выйди на связь. Ты слышишь? Ответь, черт побери. Это срочно, это ответь немедленно. Почему она красная? Подожди-ка. А случаем не здесь тварь плавала? Джилл, ты в порядке? Да, пока да. Джилл, я узнал секретный код. Умница, будем нейтрализовать вирус? Ну да. Авторизация выполнена. Запустите программу по нейтрализации вируса. Хорошо сработано, BSA. Результаты вашей работы открыли нам глаза. Морган Лэнсдейл. Я знаю, что Брайан и его ищейка Рэймонд совали свой нос куда не нужен, но я не знал, что
и вас подключили. Вот моя единственная оплошность. Так это вы захватили Террагрию? Джилл, похоже, мои ошибки вот-вот будут устранены. А, беспилотника, вы не будете возражать, если я что-то там, блядь. Я не успеваю просто читать. О. Блядь, у меня так много патронов. Откуда он спрыгнул? А. Главное попасть. Так, лезем, 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 да в далекие края. Сука, блядь. Сука, блядь, как же тяжело вот с этими людьми. Так. Да сука, ебать тебе в сральню, блядь! Да идите вы нахуй, блядь! Все, я съебал вы нахуй отсюда. Джилл, помоги мне прикончить его. Да иди ты нахуй, блядь! Конечно. Конечно! Иди ты нахуй! Нахуй, блядь, пошли! Блять, хотел оставить на потом, блять. Дальше беру и вот это. Так, ну, тактику я понял. Так, все.
А это что до сих пор? Это просто тупая. Нейтрализация вируса выполнена. Следовало ожидать побочные результаты от парочки уделавшей корпорации Umbrella, но ваша задача в казаке и разбойнике закончена. А, вот теперь нормально. Надеюсь, вы понимаете серьезность моего личного появления. У меня есть большая слабость, я боюсь даже мелочей. Всего, даже мелочей. И вынужден устранять каждый последний изъян. BSAA, мой дорогой директор О'Брайен, всю вашу организацию. От вас одни неприятности. Уж не думали ли вы, что я позволю вам совать нос куда не вздумается? Не обманывайте себя. Вот возглавляйте. Ваша судьба в моих руках. Что за хуйня? Королева Зеноби. Да? Вот эпизод прошли. Осталось 3 эпизода. 10, 11 и 12. Да. 19 минут. Так, пройдены эпизоды 7 и 12. Открытые этапы с 13 по 17 в режиме рейд. Почему 17, блядь? Не пиздец, что тут их 17, блядь. Ну, это, возможно, в рейде так. Режим такой просто. Потому что я погуглил, мне там говорили, что 12 глав. Ну, если и больше, то ничего страшного. Так вот. Правдивая ложь. Два 14, казино. Он так и не понял намек. Ну и тормоз. Может, у него уже есть кто-то, Джессика? Угу. Но долго мы еще будем тут стоять. Да, в аду мы уже бывали, не впервые. Да, как в старые добрые времена. Старое доброе ФБР. Какой будет наш план? Добраться до мостика, активировать фальшивые, как бы, что-то там, и помолиться. И теперь, когда электричество установлено, мы получим доступ к системе технообеспечения. Окей, тогда нам надо разделиться. Вначале мне надо кое-что проверить. Проверь, встретимся на мостике. Ага. Но чтобы туда быстрее попасть... Надо... Блядь, я даже не знаю. В упор, блядь, не понимаю. Ага. Бля, я в упор не понимаю. То ли идти мне по низу, но там мы не обойдем. Хотя, может, сейчас чекнуть. Давайте-ка возьму, чтобы скорострельнее. Паркер, к мостику не в ту сторону. Да что ты, блядь, говоришь? А я, блядь, без тебя не понимаю, блядь. Или стоп, а к мостику туда. Бассейн прям тут. Может, сейчас я пройду. Куда надо. Ну да, здесь можно быстрее попасть. О, трупов уже нету. Сохранение. На связи О'Брайен. Реймонд говорил вам что-нибудь? Да, босс. Тогда вы знаете, чем заняться. Конец связи с О'Брайеном. Да, босс. Сделаем.
успел. А получается, это те, кого я не добил, да? Ну, либо это новые. Не, я с ним драться не буду. Нет. Не дождетесь, блядь. Мне он надоел уже. Я тупо его сейчас оббегу и все. Ну нахер. Вот это было прикольно. На мостик, да-да. Паркер, ты где? Почти на мостике. Я уже здесь, я начинаю снижение фальшбора. Ловко. А ты медлительный и должен мне еще ужин. А я вспомнил, что так и не получил свой напиток. Хорошо, пусть это взойдет в мою большую статью расходов. Хорошо, хорошо. Прояви терпение, и я скоро буду. Я вижу, вот, поднимаемся. Так. Это вниз, а нам надо наверх. А нет, прям на мостик нам надо. Стоп. У нас же было одно место здесь, в которое мы не могли сюда, по-моему, попасть. А нет. Здесь я был. Не, какое-то место, по-моему, было на мостике, в которое я не мог попасть. Возможно, где-то ниже находится. Не с места. Паркер? BSA проник шпион. Агент Моргана. И можешь быть ты. Рэймонд мне так сказал. О чем ты говоришь? У нас нет времени. Паркер, стреляй в нее. Рэймонд, как? Но ты... Ты, бронежилет. Стандартная экипировка. Она пытается активировать механизм самоликвидации, чтобы уничтожить улики. Что? Ребята, ну хватит вам. Это уже не смешно. Ну же, говори. Паркер, это я. Я не могу тебе полностью доверять, пока не могу. Отпусти ствол, Рэймонд. Ты слишком добрый, не обманывай себя, Паркер. Паркер! Тупые мужики. Я знала, что у О'Брайена есть поклонник. Я скажу Моргану, что это был ты. Джессика! Не волнуйся насчет ужина. Мы теперь в расчете. Прости, Паркер. Иди за ней. Но ты... Иди, Рэймонд! Ну... Поступил как настоящий герой. Спас друга, который хоть и в каком-то роде и предал его, но все-таки поступил как герой. Вот уважуха, блядь, этому человеку. Вот жесткая, блядь, уважуха.
Так. Квин Семирамидс. А, это королева Семирамида, или как-то так. Серамис, короче. Ну вот, горная королева Семирамида. Она предпочитает смерть и уничтожение, 350 лаборатория. Как пожелает королева Зенобия. Запущен механизм уничтожения, все сотрудникам срочно эвакуироваться. Остановить механизм невозможно. Шах и мат. Видимо, мой падающий надежды юный помощник сделал финальный ход. Итак, я все понятно объяснил? Понятнее некуда. Теперь, наконец, у нас есть цель. Начинай отчет, Морган. Не самые оригинальные последние слова, но желаю удачи, господа. Крис, да, сначала мы должны выбраться отсюда. Куда ты вперед, батька, ты идешь? Я наготове около королевы Зенобия. Торопитесь, у нас нет времени, повторяю, у нас... Это хат-трик. Да мы идем. Ну вот дверь открылась, которая раньше не открывалась. Жил на палубу сюда. Да, я понял. А раньше мы не могли так пройтись? И прикиньте, вперед меня убегает, вперед батьки, блядь. Мы вообще зашли с другой стороны, ну ладно. Опять прогрузочка локации. Ну, новая локация. Да, они даже со старыми локациями так делают, чтобы... Ну, взрывное устройство включено, у нас нет времени. Прыгай вниз. Но это, наверное, ради того, чтобы... Так, да, ну. А ради того, чтобы игрушка получилась, ну, шла на большинство устройств. А то может же быть такое, что игрушка может быть лагать. Да, может быть. Они решили просто убить двух зайца сразу. Сделали вот вроде такую оптимизацию. Оптимизация, я бы сказал, бы хорошая. Вот вертикалку вырублю, у меня там будет где-то... Ну, больше сотни кадров. Даже больше, наверное, я не знаю точно. Просто бежим нахрен. Вау! Джилл, сюда! Крис, я в порядке, но я не могу пройти. Я поищу другой путь и доберусь к тебе. Ну давай. Да ладно, как ты здесь... А, кстати, я только сейчас помню, что он здесь должен быть. Как он здесь оказался-то? Привет, Джилл. Ты можешь двигаться? И спасибо, Джилл. А как он сюда добрался-то? Я так и не понял. Джессика меня убила. Она работает на Моргана. Джессика? Ну да, Джессика. Мы не можем здесь пройти. Чёрт. Чёрт, нужно отключить что-то. Так. Я вижу кнопку. Сейчас, смотрите-ка, появится монстр встанут, смотрите-ка. Don't get
Нихуя себе там у меня на пистолете-то патрон. Так, давайте-ка я у него заберу. Два патрона не могу. Один, два. Все? Че я не могу? Че они врут-то? Вот было бы смешно, если они снова бы запустили это. Паркер, объясни позже, Крест. Просто надо уходить. Так, идем. Надо тупо отсюда уйти. Ой. Все взрывается, ну а чё? Главное не подпускать этих тварей ко мне, потому что, Крис, возможно вы... Да, я знаю, но мы никогда не оставим это позади. Я на самом деле вас задерживаю, черт побери. Мы тебя, блядь, не оставим. Ну, лично я тебя не оставлю, блядь. Блядь. Такой смерти он явно не заслужил, Паркер. Джилл, нам нужно идти. Yeah, Chris. Да, Крис, я знаю. Да. И когда я впервые играл, было, ну как бы, больно такого... напарника потерять. Хороший был, нормальный. С ним приятно было игру проходить. Но... Так, большой магазин 3. Узкий. Заряжающий. Урон 5. Большой магазин 4. Так. Оглушение давай тогда... Здесь урон 5 поставлю. Так, 1200 урон. Давай я добавлю третий уровень урона. И магазин бы побольше. Емкость будет 15. А что он делает? Ускоряет перезарядку, да? Угол рассеивания выстрелов из дробовика снижается на 4. Так, оглушение силы для... так, вот увеличивать силу для оглушения. Ну, давай его. Блин, или все-то же большой магазин. Давайте большой магазин. Тогда здесь оглушение уровень 2. Узкий. Нет. Повышает скорострельность. Давайте вот это лучше поставлю. А, подожди-ка, тут уже есть скорострельность. Заряжающий. Ускоряет перезарядку на 40. Вот это вот очень хорошая будет вещь. А где моя мощь? 156. И что-то 6 там. Иди нахуй. Сука, блядь, кто сказал, сейчас займется им? Сука, Крис! Я займусь им. Да пошел ты нахуй, Крис! Чтоб ты провалился быстрее. Ты еще там возникать перестань. М
да, давайте загрузимся уже с чекпоинта, потому что, блядь, Крис издевается, блядь. Я разберусь с ним, ага, блядь. Все самое тяжелое, блядь, даме. Вот офигел, блядь. Так, заходим. Опять все делать из-за этого мудака, блядь. Так, вот повышает... нет, давайте-ка я, знаете, что в этот раз сделаю просто? Сюда огневую мышь 5 уровня. Просто дело в том, что я на босса хочу оставить данный дигл. Давайте большой магазин. Так вот. Здесь, ладно, магазин. Увеличим емкость на 54 уже будет. И дробаш тогда изменю. Так, скорострельность. И так уже второго уровня. Узкий. Ну все. Я не понял, блядь, что делать-то? Да это пиздец, меня просто вымораживает это уже. А, в другую, блядь, сторону. А я, блядь, крутил сейчас, блядь, вправо, а не влево, блядь, надо. Опу, влево надо, а не в... Ну, сол, вправо на... крутить, блядь. Я запутался уже, блядь. Надо рыбаши много патронов, залезаем быстро. Надо потихоньку спешить. Вот это он еще взорвался. Пиздец. Просто все напрягает. Время, все, просто пиздец. Как же долго залезать? Ракуш, дерьмо. Не видно нормально ничего. В последнюю секунду чисто Голливуд. Как я, блядь, на одной из миссий. Секунду, Крис, давай обстреляем. Говорит Крик. Я пролетаю над поломанным баком, торопитесь. Подожди-ка. Но мы здесь бегали, только с другой стороны. Ошибка. Ёперный театр, блядь, мне эта коробка нужна. Ой, бежим, 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 бежим. Бля, зря я, конечно, туда бегу.
Блять, не надо отвлекаться, блять, ни на что. Потому что у нас 40 секунд. Джилл, берегись! Понял тебя. Блять, за 30 секунд, блять. Опять что ли? Тише. Тише. Бежим, сука, блять. Нет. Я не хочу проигрывать. Не хочу переигрывать. Ну все, придется. Да потому что, блядь, туплю. Сука, блядь. Где чекпоинт был? Секунду, Крис. О, говори, Крис, вы в порядке. Блять, все же из-за этого я хочу вернуться. Я понимаю, что я могу опять не успеть, но... Ничего страшного. О, хороший ракурс. Так. Так, сюда. Вставай. Надо, короче, сразу у них стрелять. Да сука, блядь. Да все, я успею. Хотя нет. Быстрее сейчас. Сука, ну чуть-чуть не добежал до двери. И все ради, блядь. Блядь, чекпоинт еще говно дали. С маленьким временем. Так, это уже не читаем. Блять. Все-таки же я хочу забрать это, пипец. Почему, блять, желание такое жесткое? Давай что-то по скорострельнее, блять. Блять, почему автонаведения, блять, тут нету? Сука, блять. Как я понял, вот в эту сторону надо бежать. Угу. Конечно. Это пиздец полный. Опять. Блин, да это пиздец. Ну почему так сложно, блядь? Ну понимаете, я хочу это забрать, и из-за этого я проигрываю, я поднимаю. Ну ладно, не будем в этот раз забирать, блядь. Блять, давайте уже загружусь. Блять, нет, нет. Да сука, блять. Да почему так все тяжело, блять?
Дело в том, что там очень много интересного. Но я еще плюс здесь туплю, блять. Вот это надо пробежать все за секунду. Блять, мне еще. Меня еще сбивает все подряд. Быстрее сейчас. Стараюсь, блять. Блять, хотя бы до этой двери, что ли, добежать? Все. В последние секунды, блять. Ну, я все-таки даже собрался. Скорей же. Угу. Сейчас босс должен быть. Пилот. О нем потом подумаем. Ну все, 9-й эпизод пройден. А 10-й, да ладно. Ну давайте тогда серию на этом сейчас закончим. Получается 2 эпизода, ну на 2-3 серии. Просто нет сейчас желания справляться с боссом. Отдохнуть хочется уже. Я просто подряд сейчас серию уже записываю. Ладно, тогда давайте увидимся мы в следующей серии. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.